Всем привет! Это снова Владимир, и это канал Microworld. Сегодня предлагаю вам посмотреть первую часть цикла фильмов, посвященных инфузориям и кое-каким другим интересным микроорганизмам. Это будет путешествие на несколько фильмов. Давайте начнем. Начинаем по традиции с малого увеличения. Вы сразу можете видеть, что здесь все буквально кишит. Кишит мелочью и крупоточью, так сказать. Давайте быстренько посмотрим, просканируем, так сказать. Каждый коридор заполнен живыми организмами. В данном случае мы сейчас наблюдаем с вами простейших. Давайте увеличим. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим большое количество простейших и еще какой-то крупный организм, который пытается всю вот эту пройти сквозь вот эту свору. Чем-то напоминает пираний. Так, появились еще интересные организмы, которые меня очень заинтересовали, и мне очень понравилось, что я их смог найти и увидеть, обнаружить при помощи такого простого детского микроскопа. Посмотрите, несколько простейших облупили какой-то пузырек воздуха. Что же они там такого нашли вкусного? Интересно, прям шведский стол. Любопытная картина. Ничего не замечаете? Присмотритесь хорошенько. Кроме вот этих простейших, кое-кто еще решил присоединиться к пиршеству. Присмотритесь хорошенько. Они периодически попадаются, и этот организм, один из них, очень хорошо виден сейчас даже. Ну что, так и не смогли отгадать? Ну хорошо, я вам подскажу. Смотрите, правый край вот этого пузырька, видите, торчит небольшая волосина. Это бактерия спирила, самая настоящая бактерия. Так, бывают такие вот ситуации. Ну ничего. Вот сейчас эти бактерии будут очень хорошо видны. Здесь их несколько, обратите внимание. Они иногда пересекают поле. Вот, вот они. Видели? Вправо ушла. Сейчас слева есть такая же. Она быстро перемещается и пробуравливает воду как штопор. Увидели? Влево ушла. Сколько инфузорий сразу здесь объявилось. Посмотрите. Прям количество увеличилось. Сейчас я сделаю косое освещение и посмотрите, что колышет постоянно инфузории. Так, вот спирила прошла только что. Так, здесь мы сейчас не увидим. Узкие коридорчики, пещеры я их люблю называть. Здесь у нас инфузории лакомятся.
подводные скалы. Снова пузырек. Напоминает, кстати, крахмал, да? Вот кольцевые такие концентрические круги по пузырьку идут. А вот смотрите, интересно, как вот сейчас косое освещение небольшое. Смотрите, несколько... Небо видно. Так, ну ничего страшного, сейчас найдем другое место. Вот здесь вот сейчас перил должно быть побольше. Вот посмотрите. Видите, иногда инфузория задевает полупрозрачные волоски. Помните, я вам в одном из первых фильмов показывал такие вот едва заметные. Вот с перила сверху, видите, вот она вращается, просверливая воду. И вот слева, вот она, вот, вот такая вот. Вот. Это точно так же, как я вам и говорил раньше, либо цепочка из бактерий, либо же актиномицет. Они обычные обитатели почв. Поэтому вполне возможно, что это они и есть. Это никакая не шерсть, это не волокна. Вы можете даже и не спорить. Их толщина соответствует толщине клетки вот этих вот спирил. А спирил у нас бактерии. Вот смотрите, какое интересное место. Вот здесь вот хорошо видны эти актиномицеты. Видите, инфузории их постоянно задевают. Полупрозрачные волоски. Длинные мицеллярные клетки. Напоминают гифы плесени, но гораздо более тонкие, а оттого менее хорошо заметные. Простой микроскоп. Здесь же у нас спирила плавает, смотрите. Буравит воду иногда. Тут у нас кто-то в догонялки играет. Посмотрите, как носятся некоторые инфузории. С ума сойти. Вот такая вот первая часть фильма. Надеюсь, я вас заинтересовал. Вам это понравилось. Будет продолжение еще. И еще, конечно, я готовлю также достаточно большой фильм из нескольких частей. Надеюсь, вам также будет он интересен. Дождитесь его, и вы его обязательно увидите. А я постараюсь подготовить его как следует и сделать все в лучшем виде. Все. Всем удачи, пока. С вами был Владимир, и это канал MicroWorld. Жизнь микроскопических организмов у вас на экране.